15 универсальных подарков. Подарок – это всегда больше, чем обычное внимание. Кто и как вам его дарит, говорит многое о дарителе, его чувствах, мыслях и отношении к вам. В истории есть большое количество неординарных и необыкновенных подарков, и, глядя на некоторые из них, задумываешься об адекватности человека, который тебе его преподносит. Если вы не знаете, что подарить родителям, парню, подруге, брату или сестре, то мы хотим предложить вам несколько беспроигрышных вариантов. Эти подарки можно дарить по любому поводу – на день рождения, годовщину отношений, 8 марта и другие праздники. Представляем вам топ-15 универсальных подарков. А перед началом выпуска советуем вам подписаться на канал и поставить лайк видео. Так вы поможете в развитии нашему каналу, и это позволит большему количеству людей наслаждаться нашими видео. Фотоальбом. В современном мире у каждого второго страница в Инстаграм, огромное количество крутых кадров в смартфоне. Но, к сожалению, у многих все эти фотографии так и остаются жить в соцсетях. Поэтому смело отбирайте лучшие кадры и дарите впечатление. Тем более, что сейчас столько хороших сервисов, где можно заказать оригинальный альбом или фотокнигу. Часы. Суеверие не преподносить часы в подарок существует во многих странах, но в каждой культуре эту традицию объясняют по-разному. А если вы не боитесь такого предубеждения, то смело дарите данный аксессуар. Часы отлично дополнят образ любого человека, вне зависимости от пола и возраста. Боксы. Сейчас очень актуально дарить коробки с начинкой. Такой подарок подойдет к любому празднику и понравится как девушкам, так и парням. В интернете есть огромное количество магазинчиков, где продают боксы с разнообразным наполнением. Отыщите красивую коробку и не забывайте о приятных украшениях, чтобы бокс был максимально уютный. А если вы творческий человек, то такой подарок можно сделать и самому. От этого он будет еще приятнее тому, кого вы решите порадовать. Милые и полезные аксессуары. Это не стареющая классика в любом возрасте. В качестве такого подарка может выступать стильный шарф, интересная и модная шапка, красивая термокружка, варежки, кожаные перчатки, милые тапочки или носочки. Этот список можно продолжать бесконечно. Подарок своими руками. Смешная открытка, видеоролик из фото и видео, большой коллаж с совместными фотографиями. Это варианты для тех, у кого проблемы с финансами. Но также это является главным показателем того, что подарок от души, особенно если у вас руки из правильного места. Путешествие. Новые впечатления. Конечно, речь не идет о турпутевке за границу, но можно организовать поездку в соседний город. Можно также устроить необычную экскурсию по знакомым местам и попытаться раскрыть их с другой стороны. Можете свозить человека на природу, погулять по красивым местам и насладиться пейзажами любого времени года. Такой подарок точно может остаться в памяти надолго. Знание, информация. Сегодня много знаний можно получить совершенно бесплатно на просторах интернета, но есть такая информация, которая стоит денег. Например, есть сервисы, где можно купить видеоуроки по различным навыкам и профессиям. Многих людей может обрадовать подарок в виде языкового курса. Задумайтесь, это будет отличный подарок тем, кто любит развиваться и узнавать новое. Электрическая зубная щетка. Хотя они и появились на рынке достаточно давно, но многие люди все еще продолжают чистить зубы обычными щетками. Те же, кто перешел на электрическую щетку, очень довольны и ни за что не вернутся к обычным зубным щеткам. Поэтому электрическая зубная щетка станет отличным подарком. Робот-пылесос. Этот подарок понравится как мужчинам, так и женщинам, ведь чистоту любят все, а убираться — никто. Единственная проблема — цена. Но иногда такой подарок не жалко подарить тому, кому это действительно нужно и кто вам действительно дорог. Ну а еще лучше — порадовать себя, и убираться не придется. Аромадиффузор. Это устройство, которое распыляет по дому приятный аромат аромамасла. Тот или иной запах влияет на настроение, помогает расслабиться или сосредоточиться. В период простуд оказывает антибактериальный эффект. Поэтому такой подарок может быть не только приятным дополнением к уютной домашней атмосфере, но и полезным. Елочные игрушки с памятной фотографией. Чтобы ваш подарок запомнился надолго и мог радовать родных и близких не один год, отличной идеей будет подарить елочные игрушки с памятными фотографиями. В них можно рассказать какую-либо историю или запечатлеть конкретный день, а после повесить на новогоднюю елку. Такие необычные сувениры можно заказать в интернет-магазинах или же сделать самому. Сюрприз точно не оставит никого равнодушным. Совместная фотосессия. Это отличный вариант подарка как для друзей и родителей, так и для второй половинки. Стоит позаботиться не только с выбором фотографа и фотостудии, но и продумать одинаковые наряды. Стилизованная фотосессия
Путешествие — это не только добрая память на долгие годы, но и веселое времяпрепровождение. Игра-квест. Если хотите подарить своим близким не только материальный сюрприз, но эмоции, то игра-квест станет безошибочным выбором. Это не только совместный досуг, но и незабываемые эмоции. Ваши друзья запомнят надолго разгадывание логических загадок, устрашающие задания или экстремальные указания от организаторов. Романтическая прогулка. Прогулка по заснеженному лесу на лошадях, романтическая музыка, а после уютный камин, какао и просмотр любимого фильма под теплыми пледами. Нет, это не отрывок из мелодрамы. Такой сюрприз можно подарить своей второй половинке на Новый год. Душевную прогулку можно устроить в любом городе, а завершить в любимом кафе с горячим глинтвейном и любимым десертом. Ни одна девушка не останется безразличной к такому времяпрепровождению. Парные украшения. Такой подарок подойдет не только влюбленным парочкам, но и друзьям, родителям или брату с сестрой. Если хотите подарить частичку себя, можно продумать парные украшения, одинаковые браслеты или подвески, чтобы пара создавала единое целое. В таком случае оригинально будет смотреться какая-то необычная надпись, которая связывает только вас. Это не только ценный, но и очень запоминающийся подарок, который прослужит вам и вашему другу не один день. Думаю, вы нашли для себя пару идей для подарков. Если вы хотите подарить что-нибудь важному для вас человеку, главное – дарить от души. Напишите в комментариях, какие подарки вам пришлись по вкусу, а если вы подарили что-то из них, расскажите об этом. С вами был Панкейк. Всем панкейкного настроения и до новых встреч!